Так, всем привет, ребят. У нас сон час. Хотел бы немного... Лампочки. Хотел бы немного ответить на вопрос. Многих задевает, видать, особых экспертов, мое высказывание на тему того, что собака – это машина, вот именно ротвейлер, 90-килограммовая. Ребят, это сказано не с целью там задеть вас, таких чувственных, ранимых собаководов, породников и так далее. Мне, честно, не принципиально ваше мнение. Как бы, если мне надо проконсультироваться, я проконсультируюсь с кинологом, с нашим, либо с ветеринаром. У нас все в порядке. И у собак, то есть, которых я реально сам видел, знаю, какие они по размерам, нет ожирения, нет чего-то там, каких-то генетических особенностей. Просто собаки крупные, очень крупные, в своем костяке. Я не говорю, что каждая собака должна быть настолько большой, объемной и так далее. То есть понятно, что стандартный рост, вес там, ну, сук поменьше, там 50-60, наверное, килограмм. У кобелей чуть побольше, 60-65. Но встречаются ребята этой породы, которые реально превышают эти цифры. В холке плюс-минус имеют все средние значения. То есть там для кобелей 65, наверное, 70. Это вообще самый максимум. Не знаю, даже 70 бывает, нет. О, вот так вот храпим мы лежим. И не претендую, в общем, на абсолютную истину, да и какие-то высказывания про фантастику и так далее мне не интересны. Так как, ну, если вы не встречали таких собак, то, дай бог, когда-нибудь встретите и просто посмотрите. То есть, чтобы вы понимали, у меня вот рука, то есть, ну, не сказать, что маленькая рука, у отца вот этого парня, ну, блин, вот у него прям лапа, грубо говоря, вот мне в ладонь. То есть, ну, достаточно объемная. И, то есть, исходя из размера лапы, то есть, можно плюс-минус для тех, кто когда-либо имел дело с собаками, осознать размер собаки, размер ее грудной клетки, костяка и так далее. То есть, если вы думаете, что до этого я не сталкивался с собаками, в принципе, то вы очень сильно заблуждаетесь и ошибаетесь. И, как бы, имею опыт с породами, как с маленькими, так и с более крупными. В общем, просто хотел сказать, что не претендую на абсолютную истину. Если вас чем-то задевают мною сказанные слова, то, как бы, я очень опечален за вас, потому что, я думаю, каждый волен, вы в том числе, высказывать свое мнение. Просто, наверное, надо быть более толерантным в своих высказываниях, так как если это не видели вы, то это не значит, что это не видели другие. И на форумах часто можно встретить то, что некоторые люди, ну, в основном это встречается вот у таких, кто купили собаку там за 15 миллионов рублей там с питомника, и вот такая она только должна быть, там на выставках мы участвуем и так далее. Мне это не интересно, я брал собаку вот как компаньона, как друга. Мне стандарты породы понятно в целом, там, то, что они есть и должны быть. Но держаться за них и думать, что это абсолютная истина, ну нет, ребят. Если уж вы так топите за какие-то стандарты и хотите показаться самыми умными, изучите изначально тогда вообще историю данной породы и осознайте, что они даже изначально не в таком окрасе были. Ну, думаю, на сегодня будет достаточно. Мы пойдем отдыхать. Сегодня у Рудика был тяжелый день. Кинолог, гулянки, игранки. И поэтому время сон часа. Какие-то, если вопросы у вас возникают, то пишите в комментарии, пообщаемся, обсудим что-то. Просто прошу вас понять то, что есть как люди разные, так и собаки разные, независимо даже от породы. Всем добра, с прошедшими праздниками.